убери вот этот вот сок, а то он опрокинется. Так, две пижамы, две труськи, две маечки. Я тебе поржу. Ты мне вот она-то кинова, хаяй курусь, сюда да та. Она-то вараттеру и кокоды суваттеру джупон. Салфетки, маски. На, складывай полотенце, две штуки. Еще что, пап? Так, зубы чистить. Это для тела, для головы. Еще что? А то нани. Ну да, тауру не сама, иди сюда, брат. Давай. Ну, тауру, все тауру. Уже сделали мы. Тысячу, говоришь, вы эту тысячу, говоришь. Мас тауру, ханту тауру, не сам май. Да, хорошо. Ну. Ичли. Не май. Не сам май, да, не май. Да, не май. Сентакману уйдет в кро. Так, сентакману. Боди и сопу, шампу. Шампу. Боди и сопу, шампу. Вот, куре, куре в тацу в курару. Мы потом, мы вот сюда все заложим. Капы, не, хабраши, хабраши, шо? Капы тот-то? Капы тот-то, ар. Да, сюда, моча, шо? Нама кайту, и это кайту, да? Нама. Так, свитч положил, телефон положил. Батареи дары мой ирана, да? Батареи вары, кукони. Ага, батареи джутен, что? Макс. Все. И что, джуденки, вот ты что-то? А, джуденки, сюда. Все сложил, кошку не забыл. Тяжелые? Большая сумка у тебя. Сказал, застегнись. А ты ее? Ну, закрывай двери. Выходим. Ну как, доки-доки, Тару? О, какие черви! Намекузи! Намекузи, айду? Намекузи! Ксай! Ксай? Ксай! Намекузи, ксай! Хайова! Хайова, займа! Намекузи, дуба не кау? Кабе, кабе, но токоро! Кабе! Ну хорошо, тренируй спину. Спину тренируй, будешь с киской спать. Да? Ты любишь с киской спать? Кто умер? Да, туда его укиру токи, токи доки ноду и тай, зара зара наттеру кара. Ноду и тай, но я да. Нет, джозу и реба ноду и таконай. Демо токи доки ва анна канака хайранай натте. Со что раку киринай ты му, да мы начал ее. А, коли бога на колду, колду на банку. Дамы, 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 дамы. Дамы, да, ё. Мэр, мэр, мэр. Вот сколько бумажек надо заполнять нам. Нам, ага, нам.
Ну сними сумку-то. И сними куртку. Пасмо на кайрите. Ой, дали на руку и сами. Ой, Сами-кун будет с наручниками. Мама, синим отскетита, что это я. Все, пап? А то дар кукури? Кунай? Куда? Йонкай? Йонкай. Да, то мада. Йонкай, что на закручу, перекручу и выверну. Мяу. Какая у мамы шива-шива-то, не та? Ну-ка, шива-шива собери у мамы. Нядзи-нядзи. Чё-чё. Ноготочки подстриг? Я-то. Все? Как следует? Здравствуй, пап. Глянь, какой домик-то у нас красивый. Ну, откусывай, я тебе все не дала. Это мое, ты уже ел. Какой вкусный хлебушек. А где твоя вода? Где вода? Будешь, пап? Будешь? А я тебе не дам еще. Главное в нашем деле рот не порвать. あ、違うな。机。だって机の下にあるじゃん、四角。ほら、ここ。ここってこと？いや、ないよ。でしょ？練習って、寒くないよね、ここで。寒くない、暑いんだけど。なんだろう、暑い。四角の場所が分からない。あ、こういうことか。そう。なるほど、理解した。あ、分かったよ。ん？あ、これは母ちゃんのためだね。そうだよ、暴れない。こういうことはね、ここを握って前に倒すと始められる。なんか本当にない。うん。どうか、上がって。こっち頭なんだね。うん。うん。すごい。Вот сюда.
положи в уголочек, в уголочек положи. Так, давай пижамки теперь доставай. Пижамки доставай. Все уже разложили мы по полочкам. Как следует, чтоб не торчал ничего. Опять выскочила. Все, молодец. Ну, ложись. Приветосы. Вот второе число, 2 ноября. Мы пришли в больницу. Нас положили в больницу. Все рассказали, что есть что, куда в туалет выходить, куда стаканчики ставить, во сколько приходить. Единственное, надо про Сёму договориться, потому что будет сложновато. Нам некому Сёму отдать, чтобы самим приходить. И надо договориться, чтобы Сёму можно было приводить сюда вместе. Поэтому будем с папой чередоваться. Он там в обед придет, с утра до обеда, я с обеда до вечера. Ну, это первые дни, наверное, после операции будет. Лень уже залез на кровать. И не знает, как добраться до игры. Свитч. Все там разложил. Вот, сейчас еще инструктаж пройдем, не знаю, по полкам все разложили мы. Что, пап, поди сюда, пап, поди сюда, поди, поди. Сядь. До, семь по четыре. Не будем, ты мне не говори, что ты мне волнуешься, ты мне не надо, у меня все хорошо, все хорошо. Надо энергию посылать, энергию, все в таком вот состоянии, да. Понял? Давай, вот так, как тамагу получается, как яйца. Ну, все, да? Вид красивый из окна, правда? Обалдеть. Хорошо, тут девочка лежит рядом. Буду болтать он немного. Вытыкивается наш самурай. Ты глянь, глянь. Глянь. Улегся. Ты что, улегся? Устал, что ли? Мы пошли обедать. Ты тоже тут пообедай. Ой, подавился. Все, пойдем мы с Амиком. Бай-бай. Не откашлись никак. Прольешь на постель. Поставь на стол. Все, пошли мы есть, потом придем. Пошли, папа, все никак не соберешься. Все, давай. Уж
ушли от Исаньки обедать. Это столовая больничная. Так. А где палочки-то? Ну, у вас нет этого палочки. Это столовая больничная. Мы сейчас на первом этаже и сами на четвертом. Сейчас будем нямкать. Вон Сато-сан палочки идет, берет. Вот так это выглядит. Ну давай, Сато-сан. Итадаки. Масса. Сато-сан заполняет мне для вакцинации бумаги. Я уйду пораньше, а Сато-сан будет разговаривать с хирургом и с анестезиологом. Наш кудрявый уже во всё емерит. Ему не до нас, что мы тут, что нас нету. Кудрявый, дай бумажку вон ту. Папками чё дай. Не успела я заснять, что принесли Иси покушать на обед. Но дело в том, что сказали, выбирай, что ты хочешь на обед. И вот, значит, тут написано под A и B. Он, значит, прочитал это все, чем прочитать не может мать. И выбрал A. Говорит, очень вкусно было. Ну, а мы обедали в столовой. И скажу я вам, пап, вкусно было в столовой? Вкусно? Вкусно. Нет, ты когда ел? Она тут обитатуки. Да? Да, за 550 йен, за 5 долларов мы купили вот обед, который вы видели, но решили мы, что там мы обедать не будем. Ну вот и Сочу выбрал по бумажке, то ему понравилось. Так что я по плану сегодня ухожу. И сами пойдет в 2 часа купаться, душ принимать. Сато-сан останется разговаривать с хирургами, с анестезиологами. А мне надо поехать за Сёмкой, взять его. Я хоть настращала Семёна, но мы не знали, как будет обстоять дело, что как. Что он до 6 будет в саду сидеть. Но, видимо, нет. Поеду я его пораньше возьму, и мы вместе с ним пойдем на вакцинацию, на мою. Вот сейчас Сато-сан заполнит документы, что это я прям с этого столовского обеда размякла. Мы сидим сейчас со своим старчей-то. Я говорю, вот бы сейчас на кроватку прилечь бы. Да, пап? Не тетай. Вот этого, согнать кудрявого и самим завалиться, поспать. Встали-то рано. Что-то как-то приморило после обеда-то. Хоть и кофе выпила, надо просыпаться. Так что до новых репортажских съемок. Не грусти, он скоро приедет. Разгрустился. Мама сейчас будет делать укол, не надо плакать. А Иса скоро приедет. Вы по телефону можете общаться. Только взяла из сада его и уже кричит по Исамке. Говорит, я его 10 дней не увижу. Он скоро приедет, не успеешь глазом моргнуть. Кричит, сидит. Лучше ему презент какой-нибудь сделай. Кошечку ему красивую нарисуй. Скажи, Иса, я тебя ждал. Матте тогда и отте. Еду на вакцину, уже видите, как темно-то. А папа все в больнице. В 6 часов вечера придет. Хирург будет разговаривать. Представляете? И придется ждать визита. Ну а мы сейчас. Главное, чтоб не было анафилактического шока. Прекращай.
Ну, поплачь. Поплачь немножко, потом полегче будет. Так, мы укололись. Прошло 20 минут. Хорек мой голодный. Конечно, в ночи ходить, бродить. Первый укольчик сделали. И поехали домой. Все. Устала, устала, устала. Да, Хорь? Чего? Ничего, я могу посмотреть. Говорит, мне очень плохо, Исы нет рядом. Но пироженку ты как не забываешь со скуки есть-то. Чего? Я, говорит, хочу вам сказать, что это вообще-то не утро раннее. Это уже вечер. И я допоздна брожу, да? Тут все очень в темных закоулках, товарищ. Это центр нашего города. Мы домой, а папа еще там, в больнице. Будем с тобой куковать. Живы и хорошо. Прорвемся.